Я вспоминаю то изумительное время, когда московское радио сообщило о том, что наши войска начали наступление как раз южнее Ладожского озера, где вы, товарищи, работали, и прорвали блокаду Ленинграда. Мы рассказывали о том, как был разгромлен противник под Сталинградом. Ой, а какой салют был, да. День Победы. Вы знаете, вы себе представить не можете. Да, первый, радости, да, было. Первый салют нашей Родины как раз был в 1943 году. Я вспоминаю это время на Центральном фронте решающей кровавой битвы. Весь мир тогда замер в ожидании, чья возьмет. И вот 5 августа 1943 года доставлен срочный пакет из Кремля. Немедленно передать по радио. Бегу по коридору, что в пакете, неизвестно. Медленно начинаю читать приказ Верховного. Думаю, что за приказ, о чем? Растягиваю специально слова заголовка, а сам глазами по первым строчкам страницы. И когда я увидел, что это победа, думаю, сейчас нужно сдержать себя, но все равно так гаркнул, что от радости, что в ушах зазвенело. После этой радиопередачи солдаты с фронта нам писали: товарищи дикторы, мы идем дальше, работы вам прибавится, берегите голос. И вы, дорогие товарищи воины, шли вперед, а мы, пренебрегая всеми вашими советами, читали по 5, по 6, по 7 приказов в вечер. Это было до того радостно и волнующе, что если бы их было даже и 15, никогда не забудется, конечно, 9 мая 1945 года. 2 мая наши войска владели городом Берлином. И вот приближение праздника чувствовалось во всем. Небо озарялось все новыми ракетными салютами, приказами. Тысячи звонков в радиокомитет. Товарищи, читайте о победе. Чего тянете? Не томите людей. Мы сами волновались и ждали. И вот, наконец, 30 лет тому назад, 9 мая, в 2 часа 10 минут ночи, московское радио объявило: передаем акт о капитуляции германских вооруженных сил. Да, это было изумительное время. Вы знаете, мы раскрыли окна, что-то творилось на улицах и площадях. Вы, товарищи радиослушатели, товарищи телезрители, не выключали черные, похожие на большие тарелки, картонные, дребезжащие репродуктор, диффузор. Все окна домов тогда светились, люди толпами вышли на улицы, пение, пляски, военных качают, прожектора освещают небо. Сквозь бурлящие, ликующие толпы людей, помните, дорогие товарищи, к нам в радиостудию стали приходить наши журналисты, поэты, писатели. И наши замечательные дикторы, мои дорогие товарищи, Наталья Александровна Толстого, Ольга Александровна Дмитриева, Эммануил Михайлович Тобиаш, Ольга Сергеевна Высоцкая, Валентина Сергеевна Соловьева читали эти строки прямо в эфир всю ночь. Да, дорогие товарищи, тысячи, буквально десятки тысяч страниц нам с вами пришлось читать у микрофона за долгую жизнь на радио. Многие из них остались в нашем сердце и памяти. Но вот эти строки о нашей победе, эта незабываемая ночь, никогда не забудется.